Здравствуйте! Цинкфан представляет головоломку «Скользящие фишки». Нам предстоит взять под управление несколько фишек и закатить их в углубление, расположенное в центре игрового поля. Внутри небольшой коробочки вы найдете игровое поле, карточки с заданиями, 4 синих и 2 зеленых фишки, 6 квадратных серых блоков и мешочек для хранения компонентов. Игрокам предстоит решить 40 заданий 4 уровней сложности: начинающий, любитель, продвинутый и эксперт. Каждое задание представлено 10 карточками. На обратной стороне каждой карточки приведено решение соответствующего задания. Игровое поле состоит из 2 частей. Верхняя часть – площадка, по которой скользят фишки. С обратной стороны площадки сделана выпуклость, которая устанавливается в углубление подставки. Это позволяет наклонять площадку в любой плоскости. Поверхность игрового поля сделана таким образом, что по нему скользят фишки. В центре игрового поля сделано отверстие, равное по диаметру фишки, поэтому она может провалиться в него. Квадратные серые блоки имеют основание в виде креста, располагаются на поле, не передвигаются по нему и выполняют функцию ограничителей. Выберите карточку задания и расположите серые блоки, а также синие и зеленые фишки в соответствии со схемой. Задача игрока, наклоняя игровое поле, закатить в центр зеленые фишки. При этом синие фишки должны остаться на поле. Для решения задания наклоняйте поле таким образом, чтобы фишки скатывались в сторону уклона. При этом все фишки должны достигнуть либо края поля, либо ограничителя. Решать задание вы можете в несколько этапов. Вначале удалив одну зеленую фишку с игрового поля, а затем вторую. При этом помните, что все синие фишки должны остаться на поле. Только в данном случае задание считается решенным. Для решения 40-го задания вам необходимо будет наклонить поле 37 раз. Скользящие фишки – это оригинальная головоломка на логическое мышление. Вам необходимо мысленно представить путь фишек, составить многоходовую комбинацию и постараться закатить зеленые фишки в центральное отверстие. Помните, что для решения задания все синие фишки обязательно должны остаться на поверхности. 40 заданий различного уровня сложности будут интересны как детям, так и взрослым. Развивайтесь сами и развивайте ваших детей. И в этом вам помогут головоломки.